Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 1 по 5 стих. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. И богатство их радушия говорит о том, как они умели давать богато милостыню. Ибо они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам, по воле Божией. Это единственное послание апостола Павла, где он одновременно и хвалит, и побуждает к этой похвале тех, у кого ее нет. Речь шла только о милостыне, и он начинает ее неизреченным даром, великой благодатью. Через нее узнает, что это за община, а речь идет только о том, сколько дадут денег. Никогда ни один апостол об этом не говорил столь пространно, как Павел. Почему? А он говорит, а у него забота о всех церквах. Вот причина-то какая. Он заботился не только о себе. Он заботился о всех церквах, какие возникли. И он все время держал на примете, у всех ли есть где жить, питаться, продвигаться. Но главной для него была, конечно, церковь Иерусалимская. Апостолы все были до одного, первые апостолы. Евреи, они понимали, что первенствующая церковь – это Иерусалимская. И там голод. Как же так? Первенствующий и находится на голодном пайке. И первый собор постановил, где бы мы ни проповедовали, проповедь заканчивать одними словами. Братья, к вам приходит Христос, обещанный избранному народу евреям. Вы обязаны чем-то евреям или нет? Ну все понимают, как бы евреи не сохранили веру, ну не все гонители, распинатели отошли в сторону, но и сохранили все-таки веру. Поделимся с ними. Они вам дали духовное, но и великое ли дело, если вы телесное дадите? Даже самих себя отдадите, и это не так много. Ведь вам дали вечное, братья. И он, Павел говорит, мне только одно наказали, чтобы я помнил нищих, то есть в Иерусалиме. И я старался тщательно это выполнить. Какие бы мы ни были духовные, но так называемое социальное служение друг другу должно стоять не на последнем месте. Мы должны помнить, как ближние наши имеют ли пропитание, одеяние. Нужно расспросить, все ли нынче подготовились к зиме. Братья молодежь, усильте свою активность. Подходите к тем, которые жены одинокие. У Бога много имен. Но одно из имен его особое – Бог сирот и вдов. Точка. Не Бог замужних, не Бог женатых, Бог спортсменов, чемпионов. Бог сирот и вдов. И поэтому обижающие, не заботящиеся о сироте и вдове, пренебрегают создавшего их, допустившего это несчастье. И поэтому Златоуст говорит, если ты осталась одна, не скорби. Ты подпадаешь под крыло Божие теперь, полностью берет о тебе вон попечение. И он говорит, что богатство их радушие было столь велико, что они отдали самих себя, не только то, что могли отдать десятину какую-то. Я решил посмотреть слово «радушие». Радушие является определителем того, насколько в нас вселилось Слово Божие. У нас много слышится Слово Божие. У нас вынешки Священного Писания на стенах, на налое лежит Библия, проповедуем, занятия идут. Проверим себя по одному параметру – радушие. Мне приходится бывать в гостях очень редко. Я не сторонник ходить. И могу сказать, что не у каждого одинаково кусок проходит через горло. Вот что-то внутреннее есть, больше я туда не пойду. Вроде я стесняю их, не совсем обстановка подходящая. А у других приходишь, только зашел как дома. Я и к этим не хожу чаще, чем 10 лет раз. Но могу сказать, что с абсолютным христианским радушием, которое люди принимают, это меньше половины. Тех, которые думают, что они добродетельные. Проверьте. Как мы приглашаем друзей? Я скажу, у некоторых не был не потому, что я бы не хотел, а еще ни разу меня не пригласили. Не забывайте, уже с 97 года мы только в этом месте находимся. 15 лет община уже вполне может считаться существующей. Кое у кого я был. Скажу, что ни радушных никого не видел. Бог нас наградил радушными братьями и сестрами. Поэтому побуждайте и других, родных, близких, через радушие приема других, через радушие заботы,
открываются двери покаяния, потому что радушие рождается от смирения, от милостыни, от молитвы. Просто так радушным быть, это люди бывают добрые, устанавливают какие-то союзы, а потом друг друга могут уничтожать. Я посмотрел по словарю, что означает слово радушие. Сердечное, ласковое отношение к людям и к гостям. Особое, трепетное отношение. К нам редко гости приезжают, но иногда бывает, мы говорим, заботьтесь о них. По милости Божией у нас, как принято, по уровню отправляют. И снабдят, и на дорогу, и все. Старайтесь передать молодым, те, которые после нас будут. Что о слове радушие говорит Слово Божие? Деяние, 21 глава, 17 стих. По пришествии, по прибытии нашим Иерусалим, братья радушно встретили нас и приняли нас. В чем это выражалось? В первую очередь, открыт дом. Ты как один из членов семьи. Это выражается в том, что люди заинтересованы в твоем лице, как правило, принимают не только тебя, а что-то большее. Господь говорит, принявши одного из этих, принял меня. Об этом даре надо молиться, к этому дару надо побуждать детей. Те, которые занимаются с детьми, наши учителя, мне отдельно говорят, вот, что бы ни было, некоторые дети, как и когда, он сразу скорее в рот толкает себя, сразу. Приучайте, чтобы они умели делиться. Дома поел, пошли на общее занятие где-то, подскажите им, ты вот тут вот возьми, там раздели, отнеси учительнице, она дает тебе знания, она могла бы в другом месте больше зарабатывать. Быть сегодня учителем, даже средней квалификации, как священником, даже средним, это уже подвиг. Потому что люди очень и очень неблагодарны. Некогда учитель, это было уважаемое лицо, это был советчик. А сегодня учитель, это где-то у низа социальной пирамиды. К римлянам, 12 глава, 8 стих. Если ты благотворитель, благотвори с радушием. Благотворитель близок к тому, что раздаватель. Вот собрались, а теперь нужно где-то раздать. Устраивали общие обеды. Ты все должен делать с радушием. Мне приходилось читать рассказ, вот отец Сергий есть такой, написано. И он пришел под видом нищего, родной брат, она не узнала его. И она подумала, в доме один только рубль у меня. Что же я ему дам? Дам я ему. И подала меньше, чем хотела, потому что семья. И тут же совесть осудила, а вот тебе. Пошла и весь рубль взяла и отдала. То есть надо научиться себя контролировать и сразу же наказывать, пресекать. Бывает так, человек что-то ест хорошее, видит гости, и тут он скорее раз тут под стол, а на столе пусть нечищенная картошка позавчерашняя лежит где-то. Да только за то, что так ты подумал, даже не сделал, отдай, что ты подумал спрятать. Это, ну, нужно научиться держать на контроле самого себя. У радушия должна быть совесть. Все время держать на контроле. Я хочу быть радушным. Первое, в книге Маковейской, 16 глава, 15 стих, говорится об одном недобром человеке, который с коварством пришел и принял их радушно. И сделал пир. И во время пира убил вождя иудеев. Симона и двух его сыновей. Не только радушие должно быть обычное человеческое, но только христианское. Я это делаю ради Христа. Тогда уже не так важно будет, наследили здесь люди, что-то не по-твоему сделали, лишь бы все было во имя Христа. И Павел говорит, вы отдали не имение только, но самих себя. Кто-нибудь, когда-нибудь, после нашей смерти, сможет ли сказать о нашей жизни, что мы отдали самих себя? Любимой работе, ну какая бы она ни была любимая, она должна быть для неба, для дела Божия. Вот иногда считаешь про священников. Он приходил в первый храм и уходил в последний. Он так службу вел, что из алтаря его надо было выводить. Он не помнил, неужели уже служба закончилась. Это про Серафима Саровского. Но нигде не написано такое, чтобы у него была такая жажда до русских людей донести Евангелие. И он обошелся, уперся в Камчатку где-то или в Сахалин. Жалко, что до Японии лодок нет, я бы туда поплыл дальше. Вот ни разу я этого не встретил. Апостол Павел, где бы ни остановился, первый вопрос. Пойдем попроведаем братьев. Разворачивает свой корабль и поплыл в обратную сторону. И смотришь,
Карта путешествия апостола Павла. Ни у Матфея не сохранилась, ни о ком. Карта! И при том карта в каком масштабе? Мелком. И видно, что по тем временам-то средства передвижения-то были не такие. Большая-то часть, как пишут Иоанны Шанхайском, пешком ходили. Где-то на осле проедет. Почему? Радушие. И где бы он ни появился, Павел, объятия были раскрыты для него. Книга Тавит, 7 глава, 8 стих, говорит о том, что приняли их в свой дом с радушием. У иудеев, у южных народов это особенно принято, принимать гостей. Но не так, что если в дом вошел, это гость все сделал для него. Как из дома вышел, я могу его за огородом поймать и череп снять с него, убить. Мало того, у индийцев есть такое, богини Кали, поел, покормил, самое лучшее нагрузил, а кто не знает их обычаи, он торопится пойти, я скорее до дома, еще до захода солнца зайдет, он никуда не уйдет. Они в жертву своей богини Кали его уже принесут. Поэтому наше радушие должно простираться в бесконечность. Я это сделал, а он даже враг, он этого не понял. Это не имеет никакого значения. И благословляй, он был у меня, Господи, благослови его, чтобы котомка его никогда не уменьшалась, чтобы рубль, который дал, был неразменным, как в сказке, чтобы горшочек, который я насыпал, чтобы он говорил, вари, вари, и оно варилось и никогда не прекращалось. С радушием. И это сохраняется в памяти. К Римлянам 6 глава 16 стих. Смотрите, братья, кому отдаете себя в рабы? Или в рабы для послушания, или в рабы греха и смерти. Или рабы послушания, праведности. И все мы должны делать с радушием. С радушием отдать себя в рабы тому, кому ты служишь. Иначе никак. Почему и было сказано, вдовица должна быть 60-летней не менее, которая принимала странников и умывала ноги. У нас это не принято. Вообрази, кто-то пришел в гости, ты сразу тазик нагрела воды, поставила, и тот не ставит ноги и не отпирается, так это положено, чужие ноги, утереть полотенцем. Да вы знаете, наш учитель это сделал. Но мы этого не можем сделать, но мы можем его путь снабдить чем-то. Он идет на дело прекрасные ноги благовествующих, этот путь намастить добрыми словами. Куда ты, брат, идешь? Давно ли мы принимали проповедника, благовестника, миссионера в свой дом? А если не принимали, ты скажешь, да такие, нет, сейчас дверь открой, да обкрадут. Надо молиться, чтобы они родились. Чтобы они были посланы к нам. А такие есть люди. Где-то они есть. Почему? Потому что Слово Божие, оно не замерло на одном месте. Нам неизвестные люди где-то идут по земле и несут благую весть. И нужно просить, Господи, пошли их к нам. У меня все готово. Я приму их с радушием. Что-то не по-нашему, может быть, они будут говорить. Не сходится с нашими правилами, уставами. Самое главное, чтобы они исповедовали святую, нераздельную, единосущную Троицу. Остальное мы уже с ними проще договоримся. Галатам 1.4. Что как Господь наш отдал себя самого за грехи наши, значит и мы должны себя отдать в услужение ближним. Второе послание Иоанна 1.10. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте. Значит, не каждого принимать с радушием, а с кем-то переговорить, и может и в дом не пустить. А как определить? Только по Библии. Нет другого способа. Кто не приносит сего учения? Не то, что понравится, одетый по нашей форме. Не приносит сего учения. Поговорить. И видите, он спорит. Вот нам на занятия вчера пришел. Оказывается, у него и страха Божия нету. И в Бога, как в личность, он не верит. Но видно, что совершенно человек неверующий. А у него только на эмоциях, чувствах. Я вот чувствую, там Бог посещает, ему радостно, в Духе Святом. Ну, побыл где-то у сектантов, нахватался этих слов. Не принимать в дом. 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Я специально вычитываю эти места, чтобы мы определяли, кого принимать, на ком оказывать свое радушие. А то ведь показывает иной раз, что сказать-то сказали, а до конца не договорили кого. Он первого же бомжа увидел, мальчишка ведет себе в дом. Мать приходит, а он уже со столом сидит. В конце концов, вот это научение учителя неправильно кончится смертью ребенка. Послание к Филиппийцам 2.26. Примите же его в Господе, в Боге, и таких имейте в уважении. Кто? Епафродит, который был близок к смерти, которого арестовали с Павлом, который претерпел мучения. Сегодня таких почти нет.
Значит, к этому разряду может относиться тот, кто поносимый, хотя бы биемый словами за проповедь, за Слово Божие. Филиппийцам 1:17. «Если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». Ну, он пишет об Анисифоре, но так мы можем сказать, когда знает посланного нами. К нам бывало так, здесь приезжали, а я от вашего епископа. Доброе дело. А как тебя звать? Назовет. Документы какие есть? Никаких документов нет. И в Потеряевке приезжали. Мы накормим его и до свидания. Он нас отзовет еще, вы еще менты какие. А все, оказывается, уже не первый срок отсидел и дальше в дальнейшем обнаружится. К нам посылать никого не надо, если тобой он не проверенный. А мы, если посылаем, мы десятки раз оповестим людей. Вот в прошлый раз у нас был брат Андрей. Это наш человек во всем. Поэтому мы его принимаем. В одной комнате я могу с ним спать и спал, и я его не боюсь. Иначе ты можешь ложиться вдвоем, а в постели станет один. Матфея 13:20. Посеянное на камне означает тех, которые принимают с радостью. Я говорю о радости и о радушии. Надо смотреть. И подозрительность наша не всегда вредная. Написано, остерегайтесь людей, ибо они будут предавать вас. Смотрите, кто рядом. Часто бывает так, что идущий хлеб мой поднял на меня пету. И такое будет. Наша реакция должна быть такая, если возможность того человека еще остановить на краю пропасти. Что бы нам ни говорили, Бог конечное слово будет говорить, не человек. Как мы принимаем? Я его, говорит, поил, кормил, а он на меня так. Да ты кормила и поила и ребенка, а он ушел, с тебя не спросился, куда ушел. Это испытание Бог дает. А мы должны посмотреть, какие допустили ошибки. Яков говорит 1:2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я подумал, какое отношение эта радость имеет к тому, чтобы принимать братьев с радушием. А вот когда бывает, приняли, я попал к одним, мы, говорит, вот видим, они цыгане на улице, и их пригласили. Мы утром встали, они нас ночью чем-то обкурили, мы не знаем. Вынесли все, даже из-под нас матрасы. Мы встали, на одних пружинах лежим. Эти люди ничему еще не научились. Вот сколько в них доброты. Я не знаю, где ночевать. Пошел, нашел лодку и залез от непогоды под лодку. А бабушка в окно меня увидела, вышла с костыльком. А почему ты под лодкой? Да баба, негде мне ночевать. Поезд приходит только утром, а мне негде. В Риге до Угава. Она меня привела к себе и оставила ночевать, и рассказала, как недавно их обобрали цыгане. Баба, так ты же меня совсем не знаешь, я давай показываю тебе паспорт и прочее. Это люди на каком-то особом счету у Бога, их могли убить. Вот так доверяется человек, и думаешь, нельзя так. А она, может быть, как раз сделала так, как надо. Третья книга Ездры, 2 глава, 15 стих. «Мать, обними сыновей твоих, воспитывай их с радостью, как голубица укрепляет ноги их». Я к радушию отношу это все и решил в этом стихе найти, а что важно? Главное, что укреплять ноги их. Прими, как голубица птенцов своих. Кто бы ни пришел, ты всегда думай, какой это путь дальше? Как я могу снабдить его? Сколько у него Слова Божие? Какие я могу дать материалы? Подарить, может быть, книгу? Всегда ищите людей, которые благовествуют и идут, и в этом надо участвовать. Премудрость Сирах 37:25. «Если на языке ее приветливость и кротость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих». Это и разговор идет о женщине. У южных народов многое в аллегориях. Друг один пригласил его к себе домой и говорит, «Ты зайди, я там женился». Жена тебя примет. Она его приняла так, что он, говорит, быстренько ушел. А потом его встретил и говорит, я у тебя был, дом-то у тебя хороший, но он долго строился, все, дверь у тебя плоховатая совсем. Тот пришел, осмотрел дверь, как поворачивается, все плохо. Он не понял, что дверь в дом это жена. И потом только он разобрался. И когда он в следующий раз пришел, у них разрешается там разводиться. Другая жена приняла его с лаской, накормила, отпустила, и он встретил его, говорит, дом у тебя хороший. Но самая замечательная дверь, какой орнамент, как она бесшумно открывается, как приятно в этот дом заходить. Сестры, о вас ведь речь идет. 2 Тимофея 2:24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным,
и незлобивым. И тогда радушие наше будет не только для ближних, но и те, которые первый раз придут к нам. И в памяти у них останется наше ветхое жилище, и оно будет в памяти у них. Аминь.